Добрый день, доброе утро с тем, кто смотрит меня сейчас. Вот и подошел год к концу ёбнутой обезьяны, и на смену пришел год жареного петуха. И как положено, надо подвести итоги уходящего года. В этом году мы с командой M-Online взялись за мой канал, и что довольно успешно. Я влился также в команду M-Online. В этом году я начал работу в Федерации гиревого и армспорта Республики Казахстан. Да, еще главная новость уходящего года – избрали 45-го президента США Дональда Трампа. Сука, а я ведь рос на его книгах. Также в моей жизни произошло многое другое, о чем я не буду говорить. Ну и по традиции, типа тост. Пацаны, желаю, чтобы вам ваши бабы не ебали мозг. Чтоб ваши тачки не ломались. Быстро по дорогам мчались. Каждому, у кого нет той самой, желаю найти ту, такую, которую вы хотите. Желаю, чтобы вам деньги текли рекой. Радость никогда не покидала. Ну и здоровье, как АК-47, было вечно. Ну и, девчата, дошла очередь и до вас. Желаю вам, чтобы вы были верными и помнили, что вам пизда дана не для того, чтобы строить вашу жизнь и зарабатывать ей, а чтобы делать детей. Ну и отдельное пожелание моим подписчикам. Спасибо вам, что вы поддерживаете меня с каждым видео. Пишите комментарии, ставите лайки, советуйте друзьям. Желаю вам, чтобы у вас все было пиздато и пиздато. Желаю вам счастья охуенного. Желаю, чтобы радость была у вас и ваших близких. Желаю, чтобы у вас все было ништяк. Чтоб счастье, радость текли рекой. Чтоб здоровье у вас было всегда. Чтоб никогда ни ваши, ни родные, ни близкие не болели. Никто не умирал, а больше рождался. Желаю, чтобы у вас было счастье. Ну и прочая хуйня. Спасибо команде M-Online и Kingstream за то, что они помогали мне весь этот год. Желаю вам творческих успехов и подъема во всем. Пусть жареный петух принесет вам, сука, много счастья, радости и веселья. С Новым годом, дорогие мои. Пока!